Тебе не хватило той взбучки? М? Еще хочешь? Предупреждаю тебя в первый и в последний раз. Собирай свои манатки и вали отсюда, иначе... Иначе что? Пожалуешься дедушке? Вот тогда и узнаешь. Ясно? Понял? Сейран любит меня, а я люблю ее. И мы уйдем отсюда вместе. Вот увидишь. Ты такой смешной. Ты продолжай мечтать. Я тебя проучу. Понял? Бог в помощи. Как ты? Что-то случилось? Все хорошо. Конечно, хорошо. Твой возлюбленный внизу, в гараже. Иди. Иди, выпей с ним кофе. Может, вспомните былые дни. Ферит, пожалуйста. Прошу тебя, не лезь сейчас ко мне. Мне не до этого. Не лезь к тебе, Сейран. Я устал от ваших выходок с сестрой. Вы такие дела вытворяете, да еще и наглеете. А при чем здесь сестра? У тебя проблемы со мной, Ферит. Ясно? Пожалуйста, не вмешивай сюда сестру. Но твоя сестра сама напрашивается. Что это значит? Она напала на Пелин. Не делай вид, что не знаешь. Ну надо же, моя дорогая. Как же жалко бедную Пелин. Не успела опомниться, как сразу же пожаловалась тебе на мою сестру. Бедная Пелин. Ну надо же. Сейран. Что? Что, Сейран? Ты опять пошел к своей милой и единственной и провел с ней время. А теперь пришел сюда и даже не краснее нападаешь на меня, да? Что за пустой разговор? Почему мы постоянно спорим? М? Твой любимый внизу. Беги к нему. Живо. Возьми его за руку, побудь рядом. Он же так долго ехал сюда. И ему нужна поддержка. М? Осмотришь его рану и сделаешь перевязку. Беги же! Что с вами? Слушаю, Абидин. Алло, ты где? У себя в комнате. Сейран тебе что-нибудь рассказывала? Что-нибудь случилось? Нет. А что она должна рассказать? Братец, ее отец психопат. Ты же вроде говорил, что он много болтает, но в машине он и слова не вымолвил. Госпожа Суна тоже была не в себе. Она вся тряслась, когда выходила из машины. Как бы он не сделал ей чего плохого. Хорошо, Абидин. Я сейчас поговорю с Сейран. А ты возвращайся. Ферит, ты сможешь все уладить? Откуда я знаю? Сейчас посмотрим. Все, пока.
Сейран. Что? Сегодня что-то случилось? Звонил Абедин. Когда твоя сестра выходила из машины, она выглядела плохо. Сейран? Сейран? Что с тобой? Что случилось, Сейран? Расскажи. Давай что-нибудь придумаем. Сестра сегодня разговаривала с Юсуфом. Нас увидел отец. Твой отец может навредить ей? Давай поедем туда. Уже поздно. Что случилось? Суна, скажи, что-то не так с Иран? А? Кому это вы там потакаете? Не надо! Значит, этот негодяй набрался смелости и пришел туда? Отец, мы его не знаем! Клянусь, мы ничего не знаем! Клянусь, ничего не знаем! Отец, прости! Отец! Тогда о чем вы там разговаривали с этим незнакомцем? Отец, прости! Кроме вас некому было отчитать его? А? Хотите, чтобы я стал убийцей за вас? Прошу, не надо! Да я тебе сейчас... Прошу тебя, не надо! Тетя! Что опять такое? А ты как думаешь? Она так опозорилась в Антепе, так теперь в Стамбуле позорится! Успокойся! Соседи услышат и опять будут звонить свату! Ай! Пусть звонят кому хотят! Они у меня все попляшут! Успокойся! У тебя телефон звонит! Сначала ответь на звонок! Вы меня уже доконали! Только посмотрите на меня! Я дрожу от злости! Зачем мне звонить зять? Да, зять. Господин Кязым, вы вернулись домой? Да, господин Ферит. Мы приехали. Что такое? Можете дать телефон Суне? Я хочу кое-что спросить. Суна занята. Скажи мне, я передам. Я пришел домой, а Сейран плачет. Хочу спросить у Суны причину. Откуда ей знать, брат? Утром она неважно себя чувствовала. Обиделась на что-то. Суна-то откуда знает? Господин Кязым, когда вы вернетесь в Антеп? Что это значит? Зачем нам уезжать? Некрасиво с твоей стороны. Каждый раз при виде вас моя жена дрожит от страха. Думаете, я не заметил? А сейчас она боится из-за своей сестры. В чем причина? Я же их отец. Когда станешь отцом, все поймешь, сынок. Отца любят и уважают, а иногда боятся. В этом нет ничего страшного. Хорошо. Сегодня что-то произошло, чего я не знаю. Почему они так боятся вас? А что именно? Я бы сразу тебе сказал, зять. Если ты мне не веришь, я успокою тебя. Завтра у Фуата будет собрание. Туда пойдет Суна. Пойдешь к ней и спросишь сам, если мне не веришь. Хорошо. Спасибо. После этого я отвезу их на обед, если вы позволите. О, Всевышний.
Если тебя это успокоит, пусть так и будет, зять. Благодарю. Не волнуйся. Сегодня он ничего не сделает твоей сестре, а впредь подумает дважды, прежде чем сделать. Я сделал это не ради тебя. Просто мне стало жалко твою сестру. Спасибо. Но в плане учебы я тебя не поддержу. Если ты постоянно лжешь мне, расхлебывай все сама. Фирит, приехал отец. Сестра хотела поговорить, чтобы отец не увидел Юсуфа. Поэтому мне пришлось с ним разговаривать. И все? Вы больше меня не обманывали? А что было до этого? Ты же встречалась с Юсуфом. Ты уже все забыла? Фирит, ты вечно меня упрекаешь. А ты заметил, что постоянно говоришь об одном и том же? Или я нет? Еще любезен с тобой. Скажи спасибо, что терплю. Вы же никак не образумитесь. Что опять устроили внизу? Я же тебе уже сказала. Мне с ним пришлось поговорить из-за сестры. И вы решили эту проблему. Поздравляю, вы с сестрой никак не угомонитесь. Еще смеешь мне что-то говорить про Пелин? Ты нам только что помог, и поэтому я просто промолчу, ясно, Фирит? Не молчи. Не держи в себе, скажи. Хорошо, тогда вернемся к нашему соглашению. Теперь ты тоже не будешь встречаться с Пелин. Посмотрим, выдержишь или нет, если уж тема про учебу закрыта. Что за бред, Сейран? А что такое? Не устраивает, а? Умрешь, если не будешь встречаться с Пелин каждый день. Ну? Сейран, при чем здесь Пелин вообще? Не понимаю я тебя. При всем? Я вообще не буду смотреть в сторону Юсуфа. Не буду с ним разговаривать и буду слушаться тебя. Кстати, я даже не буду учиться. А ты что сделаешь взамен, а? Будешь жить дальше, как ни в чем не бывало? Прекрасно. Ничего подобного. Впредь. И ты не сможешь видеться с Пелин. Понятно? Хорошо. Раз уж так, теперь будет так. Куда я, туда и ты. Всегда будем вместе. Согласна? Согласна. Честно? Честно. То есть точно? Точно. Тогда договорились. Договорились. Иди сюда. Фирит, что ты делаешь? Мы же договорились, куда я, туда и ты. Отстань от меня. Ты такая милая, Сиро. Вставай, дочка. Иди в свою комнату. Вставай, Суна. Слушай меня.
Если завтра ты скажешь своей сестренке или зятю хоть слово, клянусь, я добавлю сегодняшнюю порцию и накажу тебя еще сильнее, так и знай. Иди. Пойдем. Мама отправила сообщение. Дедушка не спустится на ужин. Написала, что мы можем поужинать в комнате. У меня аппетита нет. У меня тоже. Из-за вас я потерял аппетит. Ферит, пожалуйста, давай больше не будем ругаться. Пожалуйста. Мы же уже договорились. Все, успокойся. Нет, будто мне нравится каждый день ругаться. Тогда почему мы это делаем? А ты как думаешь? Разве все это нормально? М? Твой бывший парень устроился к нам на работу. Извини, ты прав. Будто бы все у нас нормально, и только это ненормально, да? Твоя любовница зашла в комнату через крышу. Мало того, она нагло приперлась сюда, так еще через крышу. Ты понимаешь? Я с первого дня был честен с тобой. Я все тебе рассказал, а ты все скрыла от меня. Опять заладил, как старый магнитофон. Я был честен с тобой с первого дня. Мне нечего было тебе сказать, Ферит. К тому же все это произошло без моего ведома. Юсуф творит ненормальные вещи. Неужели ты не видишь? У него подорвано психическое состояние. Если бы он был здоров, он бы сам все понял. Что он должен понять? То, что я не хочу быть с ним. И что все это добром не кончится. Но сестре ты так не сказала. То есть как? Что я не так сказала сестре? Что любишь его? Ты вчера сказала, что сделала все ради него. О чем ты, Ферит? Кто тебе это сказал? Птички напели. Птички напели? Тогда скажи тем самым птичкам, чтобы не клеветали больше. Пусть будут смелыми и пусть скажут мне прямо в глаза, а я уже им отвечу. Спокойно, чемпион. Не злись. Таковы дела сердечные. Не знаешь, на что нарвешься. Слава богу, мое сердце знает, чего хочет. Не то, что твое. Не может определиться. Вот тебе. Опять в тебе демоны проснулись. На тебе. Войдите. Доброе утро, невестка. Надеюсь, ты свободна? Что случилось, Ферит? Я вчера послушал тебя, и мы немного поругались с Сейран. Мне нужна твоя помощь. Ты все сделал правильно. Не переживай. Слушаю тебя. Тебе нужно попросить дедушку, чтобы он отпустил меня и Сейран на завтрак. Хочешь отвезти жену на завтрак? И еще на ужин. На целый день. Полный сервис. Я хотел отпроситься у отца, но... Нет. Ты правильно все сделал. Я сама поговорю с господином. Просто всегда приходи с хорошими новостями. Спасибо, невестка. Слушай, вчера Сейран выглядела напряженной. Как она? Потому что приехал ее отец. Он так негативно влияет на дочерей.
Кстати, и поэтому я хочу вывести Исуну на ужин. Сейран всегда думает о ней. Ей нужно немного развеяться, иначе наша идея с ребенком не сработает. Послушай, может, возьмете с собой Фуата? Я его тоже отпрошу. О, было бы отлично. Днем у них с Суной будет собрание, а вечером к нам присоединится Асуман. Нет, не надо. Мне надо остаться с Асуман наедине и поговорить. К тому же твой брат пусть держится подальше от всех этих невзгод. А Асуман не обидится? Она не узнает. Я поговорю с Орханом. Скажем, что она на деловом ужине. Вы с братом хоть встряхнетесь немного, а то все ходят как мертвецы. Хорошо, невестка. Хорошо. Я лучше пойду, пока ты не наговорила еще чего-нибудь мне. Хорошо, повеселитесь, дорогой. Пока. Сейро! Ты уже проснулась? Доброе утро. Доброе утро. Собирайся. Мы уходим. Я всех предупредил. Фирит, что за глупости с самого утра? Куда мы уходим? Что ты опять придумал? Сначала на завтрак, а потом на тренировку. Мы же вчера договорились, куда я, туда и ты. Так что одевайся. Сколько раз тебе еще повторять? Я по утрам не завтракаю. Я не завтракаю. Я по утрам не завтракаю. Сам завтракай. Ты так говоришь, а сама за столом закидываешь кусочки в рот. Я все вижу. Тогда я купил тебе бублик. Ты его разорвала на кусочки, как мышка. Ты неуравновешенный. Мы вправду выйдем с тобой, будто бы ничего не случилось. Сейран, в этом доме всегда что-то происходит. С первого дня нашей семейной жизни каждый день что-то случается. Поэтому не думай об этом. Собирайся. Let's go. Невозможно понять тебя. Невозможно. Сейран. Вокруг нас очень много проблем, которые негативно влияют на нас. Мы все это видим, но не можем даже по-человечески поспорить. И в конце дня мы страдаем больше всех. Давай выйдем из дома, развеемся немного, хоть успокоимся. А потом сядем и спокойно поговорим, хорошо? Я же не зря говорю, что тебя невозможно понять. Иногда ты разговариваешь как взрослый человек, а иногда ведешь себя как 8-летний ребенок. Да, и этого парня зовут Ферит Корхан. И по нему сохнут все девчонки. Не хвастайся. Ладно. Я готов. Осталось 5 минут. Стой! Что мне надеть? Лови. Все готово? Да. Ага. А что с Юсуфом? Вчера ночью он поехал за своими вещами и еще не вернулся. Угу. Ну, готова к сюрпризу? Какой еще сюрприз? Пойдем со мной, красотка из Антепа. Пойдем, не отставай. Ферит! Что? Залезай. Нет. Я не могу. Не могу. Сейран, что это значит? Давай. Нет, нет. Я передумала, нет. Сейран, ты сдурела? Давай запрыгивай. Держи за руку меня. Я не могу. Я не хочу, слышишь? Нет, нет. Жонушка, я же рядом. Смотри, Абедин смеется. Давай, давай, давай. Давай, иди уже. Давай на машине. Ну, почему нельзя просто поехать, а? Такая большая. Ты боишься? Чего мне бояться? Сам ты трус.
Я просто не привыкла к такому. Держи за руку. Ну? Если не боишься, залезешь. Давай, 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 давай. Очень далеко. Нет, прыгай. Ой. Давай. Там такая пропасть. Сэра. Один, два, три, вот так. Молодец. Увидимся. Уладишь все? Не волнуйся. Сэра, успокойся уже, ты в безопасности. Я сейчас абсолютно спокойна. Я задам тебе один вопрос. Только ответь правду. Убери, отстань. А ну-ка отстань, спрашивай. Ты умеешь плавать? Как смешно. А что, может, ты не умеешь? Еще как плаваю. Конечно, умею. Доволен? Ну и ладно. Почему так злишься? Если катер потонет, просто поплаваем. Воды Босфора просто прекрасные. Идеальные для плавания. Браво! Ты опять в своем репертуаре, господин Ферро. Ферро? Да, молодец. Слушай. Ты можешь хоть раз в жизни насладиться моментом. Ты первый раз катаешься по Босфору. Посмотри на море, на волны. Или же закрой глаза, вдохни этот запах, насладись. Тебе станет хорошо, поверь мне. Верно. Ты попал в самую точку. Я закрываю глаза. По крайней мере, не буду видеть тебя. Доброе утро, отец. Доброе утро. Мы опоздали? Доброе утро. Я спустился пораньше. Хотел поговорить с вами, чтобы вы никуда не опоздали. Конечно, отец. А что случилось? Вчера я поговорил с Кязымом. Он мне пожаловался на проблемы. По поводу чего? Когда Ифакат была в Антепе, мне понравилась его старшая дочь, но Фериту понравилась младшая. Она мне это сказала по телефону. Верно, так и было. Но ты мне не сказала, что это случилось именно тогда, когда вы сватались к старшей.
Неужели я больше никому не могу доверять в этом доме? Не говорите так. Мы все так благополучно решили, и я не хотела больше вас расстраивать. Сегодня господин Феррит отпросился со своей женой. Я ему разрешил, чтобы просто не видеть его, иначе я бы оторвался на нем. Да, он молод. Вполне возможно, что она понравилась ему больше. Но разве мы правильно поступили? Орхан, ответь. Отец, мы сами были шокированы в тот вечер. Но я думаю, Сейран не разочаровала тебя. Нет, конечно. Да, у нее есть недостатки, но она прекрасная девушка, и ее сестра такая же. Хорошо, все сложилось так. Ты пообещал этим людям дом. Они приехали сюда. А ты засунул их в многоэтажку. Господин Кязым вначале совсем не возражал. Наоборот, когда увидел, квартира ему понравилась. Но потом начал возражать. Неужели ты не мог решить этот вопрос, пока он мне не пожаловался? Мы дочь у них забрали. Вдобавок ко всему опозорили перед всем городом. А теперь лишим их дома? В самое ближайшее время. Самое ближайшее купи там, где они пожелают. Хорошо, отец. Суна. Суна. Вставай, дочка. Мама, что такое? Ничего. Поешь хоть немного, дочка, вставай. Ух, там отец. Который час? Ты уже поставила чай, да? Не переживай. Они оба уже позавтракали, а твой отец уже ушел. Мама, почему ты меня не разбудила? Теперь он опять будет злиться на меня. Мама. Нет, дочка, он сам сказал, чтобы ты поспала. Я уже все сделала для них, не волнуйся. Сам сказал? Да. Не знаю, что вчера ему сказал наш зять, но он, видимо, хорошенько подумал и сказал, чтобы ты поспала. Мама, отец так никогда не скажет. Да, верно. Он сказал... Пусть дрыхнет, иначе потом с ума сойдет. Так он может сказать. Кстати, звонил брат Феррита. Он приедет за тобой и заберет на какое-то собрание. И на это отец согласился. Правда? Да. Суна, сказать тебе кое-что? Мне очень нравится наш зять. Кажется, он образумит твоего отца. Добро пожаловать, господин Феррит. Добро пожаловать, госпожа Сейран. Спасибо. Здравствуйте. Сейран, ты определилась? Я ничего не буду. Мне просто воду. Спасибо. Нет, так не пойдет. Принеси нам два завтрака, асай боул. Хорошо, господин. Мы и так начали готовить, увидев яхту. Сейчас принесу. Отлично. Спасибо. Что?
Они даже знают, что ты будешь есть? Потому что я приезжаю сюда ради такого завтрака. Ну, хорошо. А ты не любишь? В нашей семье не предпочитают такого рода завтраки. Он тебе очень понравится, поверь мне. Ну что? Будем говорить о еде? Да? Я думал, что мы с тобой поговорим после завтрака. Ну ладно, давай поговорим сейчас. Сайран, что будем делать? Что ты думаешь? Ты знаешь этого психопата из Антепа, не я. Я и сама не знаю. Я уже не узнаю его. Он никогда не был таким. А каким он был? Наивным, стеснительным. Он никому не лез. Он был не таким. Совсем. Сайран, а ты, оказывается, разбираешься в людях. Фирит, он действительно был не таким. С ним что-то случилось. Парень совсем из ума выжил. Я тебе скажу. Он думает, что ты до сих пор его любишь. Он уверен, что ты просто боишься нас и своего отца. И просто хочешь защитить его. И ты в это веришь, да? Конечно, верю. Иначе зачем он пришел к нам в дом? Нет, это не так. Если бы я боялась вас, я бы не предложила Юсуфу сбежать. На самом деле, он вас боится. Он очень боялся, что вы навредите ему или мне. А ты как думаешь? Мы бы навредили? Я думаю, нет. Фирит, ты понимаешь? В тот момент я совершенно ничего не соображала. Ну, в конце концов, вы же знаменитые курханы. Значит, когда этот парень поймет, что мы тебе ничем не угрожаем и уже стали твоей любимой семьей, он уйдет? М? Отлично. Приятного аппетита. Желаете еще что-нибудь? Нет, спасибо. Спасибо. Ладно, потом поговорим. Это самый долгожданный момент. Лучше сразу ешь, иначе будет невкусно. Ух. Можешь не доедать все. Главное, не упади в обморок от голода. Очень смешно. Фирит, давай не будем соревноваться обмороками. Все равно проиграешь. Видишь, одна ложка, и ты запела, как соловей. О, надо было ответить. Сказал бы, что с Сейран. И она бы сказала, давай я приеду, любимый. Или ты приедешь, как освободишься, хорошо? А ты скажешь. Нет, Пило, я сегодня Сейро. Ну, как тебе такая идея? Ладно, не поясничай. Лучше ешь, а то остынет. И как? Невероятно вкусно. Сказать тебе кое-что. Мне очень понравилось. Необычный завтрак. Значит, понравился. Да. Я же говорю тебе. Гуляй с Фиритом Корханом и наслаждайся жизнью. Фирит Корхан говорит. Да, так и знайте.